тюрьма максимального надзора. Теперь, может, поймешь, что когда мне должны деньги, я жду, что мне вернут их в срок. Что насчет тебя, Рвань? Принес долг? Вылетело из головы. Ты хоть представляешь, что я делаю с людьми, которые не возвращают мне, что должны? Мне от этого тоже не по себе. Вот что я предлагаю. Завтра я приношу деньги, плюс фото с автографом Гевина Маклауда. Обещаешь? О чем речь? От губернатора вести не было, а, директор? Прости, Пит. Губернатор еще не звонил. Моментик. Режим ожидания. Билеты в оперу. Повернуться. Просто мелочь на дорогу. Ух ты! Тюрьма? Алекс, ты должен меня отсюда вытащить, а то мне край. Благодарю, Роджер. Я бы в тюрьме не выжил. Мне просто это не вынести. У меня по крыше поехало. Хорошо. Тогда окажешь мне услугу? Да. А что такое? Я хочу, чтобы ты испек мне торт с пилой внутри. Конечно, это я могу. В смысле, я такое уже и раньше делал. То есть это была случайность, но, наверное, я соображу, что я сделал не так, а попробую снова. Но я бы не хотел попасть в неприятности. Потому что мне не выжить в тюрьме я бы не смог. Я не могу писать на глазах у других парней. Доверься мне. Я не допущу, чтобы с тобой что-то стряслось. Это всего лишь торт. Просто торт на день рождения. Сегодня у тебя день рождения, черт возьми. Неужели придется поговорить с директором? И от того весна кругом, ведь это его день. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Дюн. Ну, нарезай торт. Я еще не отведал. От сладкого толстеют. Разок не возбраняется. Я сказал нет, ясно, жиропас? Дай сюда. Это Лекс пилу в торт засунул. Божечки, чувак, ты же сказал, что со мной ничего не случится. В самом деле? Наверное, вылетело из головы. Мы что ж, зато сидеть будем вместе, а? Не совсем. В обед меня выпускают. Зачем ты тогда просил тебя отсюда вытащить? Просто на утро у меня была назначена встреча. Но не переживай, малость опоздаю. Нет, нет, ты самый самовлюблённый, эгоцентричный, самовлюблённый, самов... Па.
А ты ведь меня навестишь? О чем речь?